самый большой стереотип, с которым ты когда-либо сталкивался? Ну, это самый частый вопрос, какой бойл одеть для того, чтобы поймать рыбу везде. То есть это постановка вопроса, там, лошадь сзади телеги получается, потому что не так будет важен бойл, важно будет место. Самый большой стереотип, я возьму этот бойл и вот на него поймаю. То есть это из разряда... Если не поймал, значит, был плохой. Ну да, скорее всего так. Ну то есть неправильно поставлена задача. Вот это главный стереотип, который я слышал за все это время. А в нашей команде был стереотип в начале нашего спортивного пути, точно я вспомнил, это то, что кукуруза одета на волость, при забросе по-любому слетит, и на нее нельзя ловить. Но мы его развенчали очень быстро. Как поймать рыбу своей мечты, и удалось ли тебе ее поймать? Ну как, поймать, чтобы поймать рыбу мечты, надо ловить. А не удалось ее поймать и не удастся, потому что как только ты поймаешь эту рыбу мечты, мечта исчезнет. То есть рыба мечты – это аморфное что-то, это что-то нереальное. Она как путеводная звезда, ты никогда ее не достигнешь. Поэтому рыба мечты – это всегда должна быть такая далеко-далеко висящая морковка, к которой ты бежишь. Бежишь. Ну, бежишь, как носорог. Было ли желание у тебя все бросить и как ты с этим боролся? Ну, такая тема актуальная сейчас. В связи с тем, что я даже статью сейчас пишу короткую на этот счет, в очередном журнале будет. Вот. Действительно, многих, возможно, посещает такое желание, но, понимаете, это скорее капризы. И у меня были такие моменты, все бросить, но опять-таки, что бросить? То есть бросить карпфишинг как таковой, или бросить выступление на соревнованиях, или бросить ловить этими удилищами. То есть бросить карпфишинг, такого желания не было никогда. Вот. Бросить участвовать в соревнованиях или участвовать в соревнованиях на каких-то отдельных водоемах или в отдельное время года, например, весной, когда все очень неравнозначно. Вот. Такое возникает периодически, но это не... Это такое нежелание, это каприз, который тут же проходит. То есть достаточно поймать следующую рыбу или выиграть следующий турнир. И все. Это нормально, это эмоции. Хотя, конечно, становясь старше, наверное, надо эмоции все больше контролировать, но это не всегда помогает. Как прийти к тому, чтобы отпускать рыбу? Прийти можно только самостоятельно, своей головой. То есть в своей голове должен созреть этот момент, и такого вопроса в принципе не должно стоять. То есть это как утром почистить зубы. То есть это само собой разумеющееся что-то. Прийти можно только вот осознанием того, что есть главное в карпфишинге, что есть суть. А суть – это есть борьба, это шахматы, как сейчас говорят, да, как... Соперничество с рыбой, соперничество с твоими партнерами и так далее. То есть забрать рыбу, убить ее и съесть – это не есть смысл карпфишинга, смысл в другом. Вот. Я не верю, что те карпятники, которые ловят снастями карповыми и тем оборудованием рыбу, должны ее брать для того, чтобы пропитать себя. Потому что даже с экономической точки зрения это абсурд. Вот. Соответственно, каждый человек сам для себя придет к этому пониманию со временем. И, конечно, это нужно делать однозначно. Потому что мы должны сохранять природу. Я всегда говорил, что это маленький шаг на большом пути изменения нашего отношения к природе в лучшую сторону. Есть ли у тебя какая-то мечта, к которой ты идешь? Ну, если мы говорим о карпфишинге, то у меня была мечта выиграть чемпионат мира. Нам удалось это сделать командой в 2016 году. Сейчас у меня есть вторая мечта, но она была и раньше, но сейчас она приобрела более четкие формы и стала более реальной. Это провести мировой чемпионат в России. Я надеюсь, что в 2021 году мы его проведем. А потом у меня будет перестройка. Это не значит, что я куда-то уйду из карпфишинга, будет перестройка. Я буду просто заниматься другим карпфишингом. Как поймать рыбу своей мечты? Ты ее поймал? Ну, я вообще такой человек, который, ну, все время стремится увеличить массу трофея. И это бесконечная гонка, это бесконечные мечты. В принципе, мы рыбаки, которые реально практикуют, мы живем этой мечтой. То есть мы никогда не останавливаемся. Пока стучит сердце, пока горят глаза, пока душа, ну, к чему-то, чего-то хочет, ты мечтаешь и хочешь этого, да? Но на самом деле, еще там год назад я не думал, что я смогу поймать там... Ну, того же сиамского карпа там на 55 килограммов. Или в этом году я поймал белугу на 26 килограммов. Именно на карповую снасть, да. То есть я об этом не думал. Я мечтал когда-нибудь ее поймать, да. Поэтому, чтобы поймать рыбу мечты, нужно просто ходить и ловить.
понимаешь? Почаще. И тогда это случится. Не на диване. И это может случиться на следующей рыбалке, которую вы будете посещать. Поэтому это мой рецепт. Просто надо чаще выходить на рыбалку, больше мечтать и верить в то, что у вас все получится. Алексей, ну семинар по стереотипам. И, собственно, очень интересно, какой твой самый большой стереотип в жизни? Как ты его победил и как твоя жизнь после этого изменилась? Ну, у меня, например, стереотипы, которые я разрушаю, их множество. Ну, вот, например, один из самых последних – это возможно ли на маленький крючок, и если основной материал – это шнур, поймать огромную рыбу. Например, в прошлом году в Таиланде одним из главных требований на водоемах, где я рыбачил, это чтобы основа была плетенка. А рыбы, которые клевали, средний вес был от 30 килограммов. Карповый стереотип существует такой, что мы ловим на моно, да? Конечно. А когда короткая дистанция, ну, буквально там 20 минут, ой, не 20 минут, 20 метров от берега происходит заброс, и поклевок крупных рыб, там 30-35, а еще была у меня рыба на 55 килограмм, и когда поклевка на шнур, и потом эту рыбу вытаскиваешь на плетенку. Вот на такой маленький крючок 8 номера. Мой стереотип, что рыбу нельзя огромных размеров поймать на маленький крючок, поводок плетеный материал, основа шнур, разлетелся. Теперь сколько вываживание было? Вываживание было 1:30. Английский карп или астраханский сазан? И какой самый большой сазан в твоей жизни был дикий? Самого большого сазана я еще не поймал, как говорится. Но самая крупная рыба у меня на 17 килограммов 200 граммов. То есть это рыба, которая, опять же, клюнула очень случайно в контексте сессии недельной. Могу сказать, что там за период времени в неделю было поймано 31 рыба, и средний вес рыбы был 12 килограммов, то есть я об этом рассказывал. Что теперь касается английский карп или сазан. В Англии я ни разу не ловил, поэтому ничего об этом сказать не могу. Но сазанов я ловлю исключительно только потому, что я считаю, что это самая непредсказуемая, самая сильная рыба речная. Все, что ловится и клюет со дна на реке, это в разы превышает по массе все, что ловится в озере. Ну, у меня уже есть с этим сравнить. Поэтому, если вы хотите острых ощущений, welcome на реку. Там дадут вам понять, что вы себе представляете. Ну, и даже вот такая вот рыбка, пойманная на реке, очень часто превосходит по ощущениям от вываживания, даже от контакта с ней, когда ее держишь, рыбу в большем весе. Круто. Так что на реку, друзья, пожалуйста. Как прийти обычному рыбаку к тому, чтобы отпускать рыбу? Для меня лично был самый большой момент в том, чтобы купить себе карповый мат. Я отпускал рыбу. Но я в нем не видел предназначения. Наверное, потому что не ловил крупной рыбы. Но вот какой толчок должен быть, чтобы начать отпускать рыбу всем? Ну, вообще, что касается вот этого шага, связанного с отпусканием рыбы, это очень такое, ответственное решение. Но для меня первый принцип, которому я стал следовать, это сначала брать только столько, сколько ты сможешь съесть за раз. Ты и твоя семья. Это не касательно карпов, это касательно вообще любой белой рыбы, которую вы ловите на поплавочной, на фидерные снасти или на карповые. Друзья, я сам рыбу не ем, но я начал с этого. Для многих это уже большой поступок. Пересилить себя, когда ты надолбасил огромный садок, или у тебя в карповых мешках сидят там рыбы, животный инстинкт очень часто, он доминирует. Ну, у людей, которые только начинают, им хочется все забрать, набить багажник и дома показать, похвастаться. Но реально человеку для одного питания, для разового, ему нужно очень мало. И вот если вы начнете этому следовать, то вы войдете вот во вкус эстетики вот сначала это, а потом это уже в следующий шаг, как отпускать. Но это придет автоматически. Вообще, чистота рыбалок, и когда человек очень много ездит, когда он уже начинает воспринимать рыбалку как просто место, где он реализует какие-то свои внутренние мечты, а которые мечты гастрономические, понимаете? Вот, это придет. Просто сначала берите столько, сколько вы можете скушать. Чуть-чуть надо человеку, грамм 300 максимум, одну рыбку вот такую, хватит? У тебя какая мечта? Ну, самая большая моя мечта заключается в том, чтобы мои дети, моя семья продлили в какой-то степени то, чем я занимаюсь. Я профессиональный рыболов, я провожу на рыбалках не менее 200 дней в году, и мне хочется, чтобы один из моих сыновей, у меня их три, пошел по этим стопам. Если Всевышнему будет угодно, это случится, я все для этого делаю. Нет, значит нет.
Юрий, самый большой стереотип, с которым вы сталкивались в своей жизни? Ну, самый большой стереотип, это обычно это связано с тем, как, что большинство молодых, недостаточно, может быть, опытных рыболовов считают, что самое главное – это насадка. То есть, если ты нашел правильную насадку, ты поймаешь рыбу. Золотого бойла. Да, ну, как поймать рыбу своей мечты и удалось ли вам поймать такую рыбу? Ну, чтобы поймать рыбу мечты, надо очень много ездить на рыбалку, потому что опыт и твое мастерство, оно проходит с годами. То есть, как только ты, когда ты только начинаешь, конечно, поймать можно, но случайно. А если ты хочешь поймать осознанно, как бы благодаря всем действиям, которые ты совершил, то это, конечно, уже когда у тебя будет достаточно опыта. Рыба мечты, она на разных стадиях твоего развития разная. Например, когда я только начинал, я хотел поймать там 15-килограммовую рыбу. Потом через какое-то время это уже было 20. Потом там 25, 30. Ну вот сейчас, наверное, 40, но у меня специфическая рыбалка. Я не ловлю рыбу на маленьких водоемах платных, где там огромные карпы ставят рекорды. Я ловлю на огромных водоемах. Поэтому моя мечта, например, рыба мечты, это 40-килограммовый карп на огромном диком водоеме. Было ли у вас желание все бросить? И что вы с этим делали? Нет, все бросить никогда не было желания. Но другое дело, что просто бывает, допустим, когда ты слишком много ездишь на рыбалку, вот как я, по 150 дней, по 170 дней было даже в году. Потом наступает, может, период, когда ну, хочешь немножко снизить количество рыбалок за счет просто более качественных выездов там. И там, допустим, у меня было это вот, когда я после такого количества дней там перешел там на... Ну, это тоже много, но для меня это не так много, но, допустим, 90 дней там. Должна быть гармония. Ну да, конечно. Как вы считаете, для того, чтобы отпускать рыбу, как надо к этому идти и что для этого делать? Какой-нибудь совет начинающим рыболовам, которые с этим вот сталкиваются? Сейчас много-много молодежи приходит в это. Что вы посоветуете? Ну, не знаю, это, конечно, сложный вопрос, потому что охота и рыбалка – это издревле, скажем так. Это такое было ремесло для добытчиков пищи. Да? И поэтому, конечно, в народе это укоренилось как средство там, добыть себе пищу. Но просто сейчас вот это движение, которое мы уже, там, наверное, в России лет 15-20 появилось карповое движение, и основным девизом которого является «поймал, отпусти». Просто нужно понимать, если ты действительно увлечен этой рыбалкой, нужно понимать то, что если ты не будешь отпускать рыбу, то рыбы просто не останется. И ни тебе потом, и ни твоим детям не будет просто рыбы для того, чтобы ее ловить. Вот, в принципе, только через осознание этого, я думаю, ну и плюс, конечно, бережное отношение к природе. Потому что, и потом, на самом деле, крупная рыба, она невкусная. Если это речь идет о еде, там, и не можешь без карпа жить, ну, надо пойти купить там 2-килограммовый карпа и съесть, который разводят на платных, на этих рыбхозах. А, в принципе, ну, в принципе, вот. Супер, спасибо большое. Спасибо, да. Рад всех приветствовать, друзья, на очередном очень интересном семинаре в мир охоты. Мы часто проводим подобные проекты и долго думали, как сделать очередной семинар интересным, чтобы это было вам в первую очередь интересно. Пришла идея поговорить именно о стереотипах, о тех вопросах, которые... часто у нас в головах, часто задают в магазине. Да, и вот как раз наш, так скажем, звездный состав, в прямом смысле этого слова, сегодня мы постараемся все эти стереотипы разрушить или их обсудить, услышать вашу точку зрения. И перед тем, как представить наших гостей, я хотел бы сказать, что у нас на сегодня зарегистрировано официально те, кто зарегистрировался, 210 человек. Это очень приятно, это здорово, что такой большой интерес, очень широкая география, это Краснодар, понятно,
Краснодарский край. Я не буду перечислять города, вот только такие наиболее значимые, откуда вот буквально, ну, то есть не один-два человека. Это Сочи, Анапа, Геленджик, Лабинск, Усть-Лабинск и все другие. Ставрополь, очень большая команда, Невинномысск, Самара, Ростов-на-Дону, Махачкала. То есть география впечатляет. Большое спасибо, что нашли время приехать. Это здорово. Всегда интересно, когда из разных городов, регионов, районов, да, потому что везде свои вопросы, своя специфика, свои особенности. У нас три абсолютно разных эксперта. Три абсолютно разных, возможно, три абсолютно разных точки зрения, три абсолютно разных мнения, плюс ваше какое-то мнение, да, и ваши вопросы. У вас, у каждого из вас может быть свое мнение, это четвертое, да, и их может быть очень много. Юрий Владимирович Бегалов, ваши аплодисменты. Опытнейший трофейщик, большой эксперт в карпфишинге. Один из основателей карповой школы, вообще карпового движения в нашей стране. Специализация на сегодня у Юрия – это ловля больших рыб в больших водоемах. Я думаю, что будет очень интересно услышать его точку зрения по многим вопросам сегодня. Стаж у Юрия около 30 лет. Это много. Поэтому, думаю, каждому из нас есть чему учиться. И еще раз ваши аплодисменты Юрию за то, что нашел время выбраться к нам. Алексей Фадеев, да, многие знают Алексея. Алексей наш, как мы решили представить, это многостаночник, универсал, человек с колоссальным опытом не только в карповой ловле, но и в ловле фидером. Да, это 19 лет, да, Алексей? Да. 19 лет ловли фидером, и вот это вот симбиоз, я думаю, опыта в карпфишинге, в фидере на сегодня, это, конечно, очень интересно. И очень здорово, что Алексей нашел время к нам приехать, поделиться своим опытом. Я думаю, что будет очень интересно услышать и его точку зрения. Также Алексей является у нас чемпионом мира в дисциплине фидерная ловля, что, я думаю, для любого спортсмена это очень Спасибо. Большое и самое важное достижение в спорте. Артем Колесников, ваши аплодисменты. Наш лидер, руководитель Союза карповых клубов, чемпион мира в дисциплине карповая ловля, мастер спорта международного класса, специализация спортивный карпфишинг. Многие из вас знают Артема, спорт и еще раз спорт. Поэтому вот у нас сегодня такой симбиоз, трофейная рыбалка, мультиспортивная рыбалка, да, фидер, карпфишинг и чистый спорт. И первая тема, с которой мы хотели бы начать, и вот один из стереотипов, это то, что спорт – это реальный карпфишинг, а все остальное – это просто рыбалка. То есть это отдых, это хобби, это… А вот спорт – это настоящая рыбалка для мужиков, наверное, так сказать, да? Вот. Поэтому вот вопрос нашим экспертам, как они считают по этому поводу. Антон забыл сказать, что все эти стереотипы, они были получены от вас через социальные сети. Это не мы их выдумали. Это получены ваши мнения, ваши пожелания поговорить на ту или иную тему. И на базе этого были собраны, отобраны основные. Я как спортсмен не соглашусь с первым стереотипом, что спорт – это настоящий карпфишинг, а все остальное – это детский сад. Ну, к примеру, вот я знаю, что Юрий Владимирович тоже не согласится с этим, потому что там трехнедельная рыбалка где-нибудь далеко от цивилизации, погони за трофейной рыбой, 3-4 раза переставляя лагерь, кто скажет, что это детский карпфишинг? Ну, я думаю, что он это сам расскажет. Что касается спорта, почему его, такой стереотип действительно существует, почему его выделяют, почему он вообще появился? Потому что в спорте действительно бывает очень тяжело. Бывают, конечно, турниры фестивального типа, где и мясо можно поесть успеть-то, и с друзьями пообщаться, и все. Но если мы говорим о соревнованиях уже серьезного уровня, высокого, хотя бы от всероссийского и международного, то, конечно, там уже не до общения, не до отдыха, там работа сумасшедшая. Вот, к примеру, Юрий Владимирович был капитаном сборной России в 2007 году. На чемпионате мира в Южной Африке, где за трое суток команды-победители поймали
пары победители поймали от тонны до полутора тонн рыбы каждая. Можете себе представить, какой это спорт, какие-то нагрузки, какая-то рыбалка. Вот если мы говорим о том, что спорт – это рыбалка, то спорт уже скорее, в настоящем спорте, скорее всего, рыбалки уже очень мало. Там уже чисто, как скажем, техника, физика, выносливость и все остальное. То есть все те моменты, которые присущи настоящему спорту. А рыбалтика с ее романтикой, с ее импровизациями, которая ближе обычной рыбалке или трофейной рыбалке, она как раз уходит на второй срок. Поэтому и спорт, и обычная рыбалка – это настоящая рыбалка в том или ином виде. Нельзя их разделять. Это, конечно, стереотип, он неверный, его нужно у себя в голове разрушить. Вот мое мнение такое по этому вопросу. Добрый день. Я бы хотел сказать, что, ну, во-первых, спорт и спорта такого, как такового не было. Это все началось сперва с рыбалки. И придумали ловить современным способом карповым не спортсмены, а обычные рыбаки. И спорт появился уже гораздо позже, просто как одна из разновидностей, скажем, направления вот карповой рыбалки. Поэтому это раз, а второе, это просто даже если сравнить количество людей, которые занимаются просто рыбалкой, со количеством людей, которые занимаются спортом, это просто небо и земля. Ну, например, в Англии, я вам могу сказать, например, карпфишингом обычным занимается там примерно 250 тысяч человек. Ну, спортом, наверное, ну, там, я не знаю, может быть, там, 2000, там, 1000, я не знаю. То есть это несоизмеримое просто количество людей. Ну, просто это как здоровые амбиции человеческие. Ну это что, попытка выяснить, кто помериться силами, кто лучше и так далее, привела к тому, что появился вот этот спорт именно карповых. Но до этого существовали и другие, там, поплавочные и так далее, и тому подобное. Но опять-таки, все они появлялись после того, как была просто рыбалка. Поэтому категорически неправильно думать, что спорт это самое там, самое. Потом я вам могу сказать такую вещь, что просто это вообще абсолютно на самом деле разные дисциплины. Я сталкивался, не сейчас никаких имен, ничего не буду говорить, сталкивался с людьми, которые были чемпионами мира и так далее. И мы разговаривали, ездили на рыбалку. Я к своему удивлению понимал, что они не знают просто таких элементарных вещей в обычной рыбалке, которые мне казалось... Каждый человек должен знать. То есть насколько это разная дисциплина, что это вообще одно с другим не связано, что человек, который там лучше, здесь просто не понимал простых, просто не то, что там что-то уже такое продвинутое, а простых вещей. Не понимал, например, как сделать, чтобы груз отстегивался. Или там бейтранер как настроить, там, или еще что-то такое. Ну то есть вот это, ну в принципе, вам ответ. То есть это абсолютно разные вещи. Ну, я вот чуть-чуть добавлю, это как раз из разряда, когда часто привожу пример, приезжают к нам в мир охоты, ну или мы где-то ездим на выставки международные, да, и общаемся с нашими партнерами, с производителями карповых снастей, и вот обсуждаем спорт, и часто очень в компаниях люди вообще не знают, кто в спорте, что в спорте, кто чемпион мира, какая разница, то есть люди живут другими вообще измерениями. Для них вот дикая рыбалка, да, настоящий карпфишинг, когда ты приехал на новый абсолютно водоем, вот это как бы настоящая рыбалка, как бы а спорт, то есть это вот такие очень две абсолютно разные. А как разные... вот настоящая рыбалка, она подразумевает поимку рыбы? Не, вообще настоящая рыбалка какой-то термин да, непонятный. Мне. Ну, потом, в конце концов, все спортсмены все равно уйдут в рыбалку, когда перестанут заниматься. Или уйдут домой полностью. Поэтому... Просто разные вещи, кому что нравится, но не сильно связаны между собой вещи. Просто об этом можно очень долго говорить, даже по условиям ловли. Что когда ловят во время спортивных соревнований, это
неестественные условия для жизни рыбы. То есть там прессинг, там со всех сторон бросают что-то в воду, там, не знаю, там шумят, столько народу. Там. То есть в обычных диких условиях рыба так не ощущает таких стрессов. Таких. Место выбрать поэтому, нельзя. Да, поэтому это абсолютно разные вещи. Их вообще просто лучше не сравнивать. Это спорт, а это рыбалка. Вот и все. Алексей? Я с большим упоением слушал сейчас, что говорит Артем и Юрий. Я скажу следующее. На самом деле, да, это два совершенно разных направления. Это можно судить и по фидеру, и по карфишингу. Спортивный фидер и любительский фидер, или спортивный карфишинг и трофейный карфишинг. Все это разное. Но суть заключается в чем? Что спортом стоит пробовать заняться. Ну, с точки зрения для того, чтобы понять, кто вы вообще на самом деле в рамках вот таких вот такого прессинга для приобретения опыта. Потому что так называемое персональное мастерство и умение человека ловить того же карпа в разных условиях, в разных обстоятельствах, нужно себя в эти обстоятельства засовывать. То есть хочешь понять, как ты ловишь в прессинге? Попробуй. Хочешь понять, как ты ловишь на дикаре, там, на Волге или там, на замкнутом каком-то моноводоеме? Нужно попробовать. И в принципе только через... И если заниматься спортом, это дает свои определенные наработки и способности, как и ты ловишь, ну, в обычных условиях, также дает. Поэтому я тоже не согласен, что только спортсмены это крутые, или наоборот, те, кто занимаются там дикой рыбалкой, они являются мега-спецами. Попробуй то и то, и приобретешь новые навыки и знания, которые, опять же, усилят твое личное мастерство на твоих водоемах, на твоих сессиях, там, карповых, фидерных. Все нужно. Потому что, кстати, самая сильная сторона, ну, вдумчивого карфишинга, трофейного или вот просто любительского, когда он уже вдумчивый, что или спорт, а спорт априори, он учит рыбаков бережному отношению. И, в принципе... Означает ли это, что спортивный карфишинг не вдумчивый? Я наоборот говорю, что вдумчивый карфишинг, спорт – это вообще мега-тема, но он мотивирует человека в правилах отпускать рыбу. И вот я знаю, что многие карпятники, ну, пришли к этому через спорт. Они просто сразу стали заниматься соревнованиями, извините за выражение, до этого жрали карпов. Доев рыбу, начали да. Перешли на соревнования. А сейчас пошли. Нет, они ели, потом стали заниматься спортом, а благодаря спорту приобрели навыки, что нужно бережно к ней относиться, ее надо не есть, а наоборот делать красивые фотки. Изменили отношения. И стали теперь вообще популяризаторами. А если бы не было спорта, бы они такими не стали. Они ловили этих карпов и их ели. Поэтому все нужно. Спорт – уникальная вещь. Но, как сказал Юрий, я тоже встречал таких спортсменов, которые не могут ловить долго, там, месяц, и ждать там одну поклевку, там, понимаете? Ну, я должен обратно сказать, что большое количество любых рыболовов не смогут двое-трое суток ловить как спортсмена. Конечно. То есть конечно, там свои, конечно, своя подготовка, свои физические и тактические данные. Ну, поэтому это говорю. Я в своей жизни три раза был на соревнованиях. Два на Украине, один раз в России, карпово. На всех этих соревнованиях уже на третий день все. Я в полумертвом состоянии. От объема корма, вот это целый день маслать. Но это опыт бесценный. Благодаря этому я понял свой уровень. Ну, это круто. А если бы я это не попробовал, я это не пережил. Так что все нужно, да. Ну, отлично. То есть это вещи несравнимые. Несравнимые. Нельзя определить, что круче. Вот это настоящая рыбалка, не настоящая. Каждый волен выбирать собственный путь, и в каждом из этих направлений можно себя показать, да, и лучше пройти все. Ну, как сказал Юрий Владимирович, закончите все равно трофейным карфишингом, поэтому с него не начинайте. То есть мы так поняли, и это видно из ваших ответов, что и спорт, и просто рыбалка, ну, это как бы это вот сфера, да, активности, и они разные. Они могут переплетаться вместе, да, как и у многих из вас. Кто-то пришел из спорта просто в карфишинг, либо наоборот. То есть это такой извечный вопрос, как всегда, что ярче, черное или белое, да, это всегда будет присутствовать. Мне кажется, белое ярче. Белое ярче. Так, сейчас новая дискуссия у нас начнется. И вот уже конкретный, практический такой, можно сказать, кейс, тоже стереотип касаемо спорта. И есть такое мнение, что
ты ловишь рыбу, у тебя не получается, а твои соседи ловят рыбу из-под тебя. Я думаю, что это актуально даже и не в спорте, когда ты ловишь, а у соседей, как говорится, клюет, а у тебя нет. И явно сразу начинаешь сомневаться. Стереотип в вот, чем? Что вы думаете? Не ну, мы сейчас говорим про спорт, что у тебя не получается, а соседи ловят рядом. Значит, они рядом стоящие сектора. Рядом стоящие с тобой, да. Не с противоположного берега, а рядом вот в твоей одни зоне. Одни ловят, а другие не, ловят. И они ловят под тобой. Ты видишь, рыбу, которая они, есть. Они, да, ловят под тобой. Ну, такой странный стереотип, конечно, но он задавался. Могут ли ловить из-под тебя? Конечно, могут ловить из-под тебя. И довольно часто такое бывает. И забирают твою рыбу, и даже забирают твою рыбу, которая идет через тебя. Все зависит от того, кто стоит, справа там, или слева. Вот. Вопрос в том, что спорт подразумевает вообще, вот чтобы, раз уж мы говорим о блоке спорт, в чем его очень важный момент? Спорт подразумевает максимально равнозначное создание условий, равноценное для всех участников. Да, только его никогда не бывает. Да, только этого никогда не бывает, конечно. Да, то есть это, но пытается, для этого прописывается плотность рыбы, для этого прописываются какие-то условия, глубины там и так далее. Вот. А для чего это делается? Для того, чтобы рыба с ее поведением, так как мы не можем выбирать себе место ловли на берегу, была максимально равномерно распределена по озеру. Да? Или мы могли бы ее все доставать. Такого тоже никогда не бывает. Это, кстати, большой минус спорта, и его субъективная часть заключается именно в этом. Но здесь речь простая. Если ты стоишь, ловишь и рядом, и не можешь поймать рыбу на соревнованиях, а справа или слева у тебя стоит команда, ловит на соревнованию, при условии, что у вас абсолютно одинаковое или очень похожее дно, то есть условия рельефа, так скажем, да, он не стоит он в яме, а вы на мелике. Бывает такое, что рядом стоящие сектора имеют различную конфигурацию дна или структуру дна в спорте. Если у вас при прочих средние показатели все равны, вы не ловите, а ваши соседи ловят, ну, возможно, у вас какие-то есть сложности с дальностью. Здесь нужно смотреть, в первую очередь, дальность, во вторую очередь, прикормка и так далее. То есть все элементы успешной ловли карпа, которую мы обсуждаем на общих лекциях по тактике спортивной ловли. То есть, ну они же не волшебники, они просто делают что-то лучше, чем вы. Дальше, возможно, кидают, точечно кормят, правильно подбирают оснастку, правильно выбирают место, где положить оснастку и все. То есть, я даже не понимаю, в чем тут, собственно, стереотип. Просто если у вас условия ловли одинаковые, но вас обыгрывают, значит, просто, вы просто проигрываете свои менее успешной подготовкой. Я чуть добавлю, помню, в каком-то году, по-моему, вторая карповая школа, которую мы организовывали в Краснодаре, и к нам приезжал в гости Али Хамиди, представитель компании «Корда». И, может быть, кто-то даже здесь из вас сейчас был вот у нас один из гостей семинара, он задает вопрос, говорит, вот мы, краснодарские карпятники, приезжаем на Волгу, у нас все самое лучшее. Все самые снасти, питание, все продвинутое. И мы вроде не первый день на рыбалке. Но приходят местные, ловят, вытаскивают, да. А мы как бы пытаемся, и у нас поклевок даже нет. Ну, Али так подумал тоже, говорит, ну, понятно, они же местные, они смотрят, они наблюдают, они здесь живут, они знают. Вот, это как раз к вопросу наблюдения, опыта. Ну, я не знаю, как местным в спорте помогает, только тем, что они лучше знают водоем, например, на котором проводятся соревнования. Ну, как в ЮАР, например. Ну, как в ЮАР, да. Но это вообще очень радикальные условия такие, крайние, скажем. Ну, как показывает последний чемпионат, не очень местным помогает. Ну, последний, предпоследний, да, венгры заняли какое-то там ужасное в 20-х числах место, хотя их собственный водоем, да. Это не всегда помогает. Но еще раз говорю, что это даже не стереотип. Тот вопрос, который поднят, он скорее относится к вопросу, как вы подготовились, или как обладаете ли вы теми навыками, которые вам позволят обыгрывать соседей. В спорте есть основные, мы это на лекциях всегда говорим, основные показатели. Вы, первое, не должны проиграть соседям. То есть, если вы проигрываете своим соседям, вы никогда ничего не выиграете. То есть, у вас забирают рыбу, это самое главное. Если ваши соседи ловят, а вы нет, они забирают вашу рыбу. Потому что по среднестатистическим показателям вы ловите одной зоной, да, в одной зоне. У вас даже вы одну ловите одну рыбу. Поэтому, если вы проиграли соседям, вам не на что рассчитывать. Вы сначала должны обыграть соседей, потом вы должны выиграть берег, ну это образно, а потом вы должны выиграть соревнования. Вот и все. То есть
И чем выше на эти ступеньки вы поднимаетесь, тем больше у вас шансов, во-первых, выполнить итоговый результат ваш максимальный, а во-вторых, тем, получается, вы лучше во многих показателях. И никто вам не скажет, если вы выиграли свой берег, почему зонные принципы, они более объективны. Потому что невозможно выиграть, там, допустим, у сектора, который стоит в 5 километрах, невозможно в равных условиях находиться с сектором, который там в 10 километрах от вас. На чемпионатах мира такое случается, между зонами 20 километров. Вот, это была Испания, там нужно было объезжать там, и так далее. Вот. Поэтому вы должны вот смотреть вокруг себя. Если вы выигрываете своих соседей и свою зону, ну, вы красавчики. Все, значит, все будет хорошо. А дальше уже будет тут ситуация, как будет. То есть это уже, скажем так, от вас не зависит. А вот то, что вы проигрываете соседям, зависит от вас напрямую. При прочих равных условиях на дне и так далее. Это очень важный момент.